Дом Люсат из Перкани Аузиц. Добрый вечер. Бунасар. Да, добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Ну, что так вот сурмарит фарт атент миссюня, дар я то акум... В первую очередь, я сум сигура, что сформарит интервью у Виталия Прока. Вряв сам треб, че парери авет деспре ачели декларации. Прима. Прока в луна август 2016 одат он интервью la antena, la o televiziune din România, unde a spus clar, am fost vizitat în pușcării de doi oameni influenți de la Chișinău care ne-au propus o afacere. Să dea declarații cu sate i-au comandat omorul lui Gorbunțov, pentru asta o să fie extradat în Moldova și mai departe. În septembrie 2016, prin intermediari, Proca deja mă contactează pe mine domnul Mihaieș. Am înregistrat toate discuțiile și cu intermediarii, și cu Proca, care online au fost transmisă poliției criminale din București, direcția Omor. Am întrebat ce să fac. L-am chemat pe Petkov la Moscova, Petkov a spus adevărul. Am fixat audio și video tot ce a avut loc. Am fost invitat oficial în România, domnul Mihaieș, unde în data de 6 octombrie am zburat la București, unde am dat declarații în calitate de martor. Ce se întâmplă după asta? Fiți atent la zile despre care vorbesc. Pe 6 octombrie vin în București, pe 7 Proca încă o dată repetă a lui trei condiții, repet, prima, să fie scoasă din Republica Moldova soția lui cu trei copii, să aibă un loc de trai în altă țară, că o să fie distrusă, dacă el dă declarațiile. Doi, că el o să primească garanții înscris din partea autorităților române, că nu va fi extradat sub nicio formă în Moldova. Trebuie că Petru se va ieși pedeapsă pentru crima din Londra, tot la București. După ce autoritățile române au spus că da, noi suntem gata să semnăm un document că niciodată nu le extradăm. Nu e o problemă ca el în România să-și ieși pedeapsă pentru crima din Marea Britanie. Dar cu prima, cu soția, noi nu putem, noi, autoritățile române, să mergem la Chișinău, să-i luăm soția de mână cu trei copii și să o ducem pe hotare. Și după 7-a ea в Бухаресте, Плохотнюк после этого узнает из телефонных переговоров, что Прока его хочет сдать. После этого Ковкалюк с бригадой вылетает в Лондон Горбунцову, что освещала публика ТВ. А знаете, зачем поехали в Англию? Очень просто. Убедить англичан, отдайте дело в Молдавию, мы его раскроем за 3 дня. У нас это все готово. Англичане технично послали вам подальше и сказали, что мы вам не отдадим дело в Молдавию. 17 октября возбуждают свое уголовное дело. Плохотнюк понимает, что арбитрарии не помогут, даже пожарники, закончатся огнетушители. Становится председателем партии, лидером нации за Америку и Европу, но Дональд Михайлович, Прока уже дал показания официальные осенью 2016 года. Это для вас новость, то, что вы видите сегодня. Для меня это не новость, потому что я заверяю свидетелям. Более того, вам скажу, то, что вас беспокоит за деньги, Роман, вы меня знаете много лет, и ко мне относиться по-разному, но точно не убил. Плохотнюка убили политически этим интервью или нет? И можно ли после такого претендовать на пост премьер-министра? Послушайте, вы знаете... Все истории, которые были Плохотнюка, начиная продажей там женщин, райдерской атаки и другие заказные убийства, о которых мы поговорим, других передач, чтобы сейчас не отвлекать и вас, и телезрителей, и Романа Михаеш. Очень важно. Кстати, когда показывали Рому Михаеш, качество было очень хорошее трансляции. Не когда Рома закончил, качество... А Белорат Эмиссионе, аж фач глубин, как мы. Рома, послушайте. У меня есть, я, чтобы закончил важную мысль, потому что мы куда-то ушли. Роман, чтобы не было спекуляций, не сбивали людей с толку, ни вы, ни другие ваши коллеги, еще раз. Все, что я делал, не надо отправлять запрос в Румынию, потому что я все с ними согласовывал. И когда мои адвокаты показали Бусуйку, прокурору, бумагу подписанную шефу Паркетулы, пиланга трибунала Букурешту, из Крис Кларк, Усатый, Мартер, Ундосару, Легади, Прока, Шемади, Парти, Бусуйок Спуни это еще ни о чем не говорит. Распундец Ламутребарь, я-то есть он адвокат на студии, Спунец Воров.
O avut dreptul autoritățile de Republica Moldova să pornească un dosar penal pe fapta care a avut loc în alt stat, dacă există un dosar penal în statul unde s-a întâmplat fapta? Păi dacă sunt fapte conexe, da. Dar faptele conexe sunt banii care tu ai transmis pe... Domnule Sander, dumneavoastră n-ați răspuns la întrebarea lui Vladimir Solovyov. Domnule Mihaieș, nu vă supărați. Faptele conexe sunt aici, fratele meu. Domnule Mihaieș, dacă sunt multe informații la moldoveni, prin comisie rugătorie trebuie să le trimate la engleș. Dar să nu facă răsledăvânie Cavcaliuc, Busuioc, Școlea Chitoraga. Înțelegeți? Cu voi ședeți la drive și vă gândiți și dosarul ăsta de audă. S-a închis drive-ul. S-a închis drive-ul. S-a închis drive-ul. Înțelegeți? Ром, куда? Что спорит де Соловьев? Понимаете, у Плохотюка такой уже иммунитет, потому что у него шкура не куркана, у него уже шкура динозавра. Он грабил страну с Порошенко. Он участвовал во всех схемах контрабандных и так далее. Он даже если сегодня превысит количество убитых, чем у Брейвика в Норвегии, они хотят меня сегодня сделать Брейвиком. Ну, у Суйка задача до Нового года, чтобы у меня было больше жертв, чем у Брейвика. Господин Усатович, последний вопрос к вам, потому что у нас не так много времени. Если вам есть еще сказать по существу заявлений, сделанных Виталием Прокой, это первое. И второе. Вы юридически собираетесь как-то действовать после сегодняшнего интервью, потому что вас... Наталья, вы объявлены спасибо. В розыск Наталья, по этому так делу. Вот самое интересное, я был объявлен в розыск за то, что Горбунцов в интервью Балахчи сказал, что заказчиком убийцы является Усатов. Кстати, я забыла, что на интервью Балахчи прокуратура отреагировала практически моментально. Практически просто отреагировали, а за сутки меня сделали обвиняемым. И начали ходить уговаривать судей, чтобы дали мне арест, потому что один судья ушел на больничный, второй убежал домой, спрятался у жены на даче, потому что судьи не хотели давать мандат на арест, потому что один дебил говорит другому по скайпу, что Усатый заказчик. А в фильме великом, который показали недавно, Горбунцов произнес страшную правду, что он понял, что заказчик Усатый, когда в него возили сзади первые три пули, потому что они вонзили в него как-то по-молдавски, и он понял, что это Усатый. Это же ужасно, понимаете? Господин Усатый, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Вы собираете предпринимать какие-то юридические, политические действия после этого интервью? Юридические, политические. Во-первых, сегодня вопрос к руководству Румынии. Тут вы немножко не поняли, вы там спорили, что сказал Прока про бумагу. Домнин Михаил, Прока написал бумагу, которую вы говорите, что он, а не Гочат. Это неправда. Он писал ее под видеокамеру при прокурорах и следователях. И это была оперативная комбинация, так что вы спали спокойно. Пункт номер два. Ваш Чижиченко, ну не ваш, Владимир Георгиевич, адвокат. Он на самом деле такой, ну как адвокат может и хороший, но оказался ну таким маленьким болванчиком, потому что фатальная ошибка. Он написал собственноручно, Прока прикинулся шлангом, спецслужбы наблюдали за этой встречей. Значит, и Прока говорит, я забуду, что надо написать. А ну-ка как господин Усад, как спецслужбы могли наблюдать за этой встречей? Ведь это происходило Наталья, в тюрьме. Потому что финальный момент, кульминационный, знаете, какой должен был быть? И он произойдет в ближайшие дни, если Чижиченко туда поедет. Чижиченко должен был из Молдавии привезти 500 тысяч евро из миллиона, который он обещал, помимо освобождения семьи, кумната, друзей, Маларчуков и так далее. И вот когда Чижиченко должен был привезти 500, там он бы случайно бы задержался лет на 10-12, понимаете? Что произошло? Чижиченко прочувствовал определенные вещи. Прока дал им бумагу, которая их не устроила. В бумаге было следующее. Я не знаю Плохотнюка и вообще никого не убивал. Плохотнюк начал психовать. Есть порядка 12 часов записи между Чижиченко, Прока, его родственники. Он говорит, давай быстрее бумагу, мы тут всех отпустим. Чижиченко и Плохотнюк, вы приехали. Господин Усатый, откуда вы все это знаете? А если я свидетель в деле в Румынии, если я участвовал в экстрадиции Проки, если я вместо делал работу, которую должны были делать молдавские прокуроры, как откуда? Оттуда. Понимаете? А вообще тот факт, что вы сейчас об этом говорите, вы не нарушаете тайну следствия? Послушайте, дело было возбуждено год назад, после первого визита Чижиченко. Деньги в деле фигурируют в Румынии и Плохотнюк, и Чижиченко. Сегодня, обращаясь к румынским властям,
может быть, как-то они выйдут на пресс-конференцию. Я понимаю, они мне, знаете, что говорят? Дон Усатый, ну и ну пунем головой Молдова пробеден дусарп Фейсбук, ну и ну дем лаблогерь минуте ди дискутий оперативе, а столовой Молдова. До по декларации лубусуёк жди бакалым делалтае, румыни жди чим спус, дом ли усатый. И тресы мяргам пушкари, пентру декларатели карео факут, кусатый организату группари криминалы, карео у организат... Господин усатый, но... ...крими дёсь, о себе деграбен мой мулти цель, не шу пробы, дуар повеш, дуар повеш... А Манцелес, у нас, ясно, Наталья, у нас мало времени, я все-таки задала вам вопрос, вы будете извините, предпринимать Наташа, какие-то юридические действия? Наталья, я на связи со Скотланд-Ярдом с прошлого года, когда против меня начали эту эпопею. Откуда вы думаете, я знаю некоторые моменты, я же получил от них письмо, я говорю, послушайте, дайте мне статус обвиняемого или свидетеля, я приеду в Скотланд-Ярд, давайте поговорим. Они мне пишут, у вас нет никакого статуса, вы нам не нужны, мы поедем, полетим, поговорим с Прока, разберемся, если нам чего-то не будет хватать, А у англичан все есть, потому что я же через Румынию все передавал, понимаете? То есть Румыния, она и запрашивала экстрадицию Проки по румынскому эпизоду и так далее, понимаете? И сколько они получили от меня улик, которые легли в эти дела, чтобы они были здоровы. Поэтому сегодня... Я поняла. Последний вопрос, господин Усат. Вы так и не ответили, какие юридические действия... Как какие, Наталья? Я сегодня жду решения Скотланд-Ярда. Я сегодня... Не, ну, к примеру, смотрите, секундочку, вы могли бы совершенно спокойно после сегодняшнего интервью подать в суд на прокуроров, которые вас обвинили в том, в чем обвинили. Наталья, к примеру, Наталья, и в качестве проб, в качестве пробы прикрепить Наталья, заявление Проки. Наталья, вы гражданин году, свободный, Наталья, можете подавать Наталья, в суд. В прошлом году, после того, как прокурор Бусуёк моим адвокатам в суде сказал, что мы возбудили дело в Молдове, потому что мы не знаем, если есть уголовное дело в Англии, им показывают ссылки на Mail on Sunday, Euronews, BBC, Бусуёк говорит, ну и нафиг ему кредерим пресса Галбины, ну и нужно им, так если он досар в баре Британии, что он порнит пеносу. Господин я Сад, подал хорошо. На них в суд, Наталья, я написал заявление в прокуратуру, адвоката отнесли, на Бусуёка за фальсификации, они же закрыли Горбунцову 6 уголовных дел, спрятали всю доказательную базу, реакции ноль на сегодняшний день. Им выгодно сажать в тюрьму, чем поешь за то, что как будто держал свечку при изнасиловании, примар Яргары хотел убить батюшку. Завтра еще, если Лена Грицко сядет за то, что скушала на завтрак ребенка, я уже не удивлюсь. Понимаете, вот чем они занимаются. Господин Сад, и последний вопрос. А на что вы, на какие действия со стороны правоохранительных органов Молдовы вы рассчитываете после сегодняшнего интервью? Какая будет вообще реакция властей, правоохранительных органов? Кроме того, что они будут продолжать ходить по тюрьмам и искать тюремщиков, которые за 2-3 тысячи долларов или за УДО, за условное освобождение, расскажут еще про 20-30 убийств, в которых я замешан, они ничего не делают. Я же знаю все их ходы. Я живу сегодня жизнью Бусуйка, Бакалыма, Плохотюка и так далее. Я поняла. Господин Усатый, я прошу прощения, Наталья, просто у нас еще... Наталья, да. Какая может быть максимум минута. Реакция? Наталья, какая может быть сегодня реакция у молдавских властей, когда сегодня серьезный западный эксперт-криминалист выразился очень четко. Мистер Усатый, потому что происходит у вас в демократической Молдове, сегодня эксперт-криминалист, профессор, может написать схему «История становления ОПГ». Вот что такое ОПГ, можно показать на примере Молдавии. Я поняла. Господин Усатый, спасибо большое. К сожалению, у нас мало времени, мы должны еще обсудить. Мы еще не завершили программу с нашими гостями. Наталья, спасибо самое большое. Самое важное, запомните, к сожалению, большая часть того, что я сказал, плохого сбылась. Смотрите, что они сейчас делают. Я хочу, чтобы все были внимательны. Сегодня Чижиченко для Плохотнюка, который совершил ошибку, да, написав Проке образец заявления, там, что он не вел Плохотнюка, что сегодня... Плохотнюк должен будет делать все, чтобы его найти этого парня где-то в озере. Я видел его в интервью там у Венеры Гаспарян на видео, молодой парень. Сегодня писатель, который являлся в течение 20 лет, слушайтесь, потому что это вам никто не скажет. Писатель с Плохотнюком работает 20 лет, пол Кишинева знает, что они друзья. То, что я вам говорю, это для простых людей новость. Когда еще Плохотнюк возил бензопилы в Румынию, уже писатель был его некой крышей со стороны бандитов. Писатель сегодня, Прока сказал одну вещь, что если я открою рот полностью, то тебе писатель добавит 200 лет, а Плохотнюку 50-100, понимаете? Мы говорим о том, что то, что я в Интерполе, то,
то, что страдает моя семья, родители, мои люди сидят под одно. Но сегодня этот человек, если он почувствует, что мораль дошла до красного, Наташа, вас найдут или вообще не найдут, и любого человека в Молдавии. Вот что самое страшное. Сегодня любой человек, который встал на его пути, не договорился, не купил. Почему у меня не было проблем до июля прошлого года? Как вышел угонец и сказал, что отказался взять у Плохотнюка первые $1.5 миллиона, включилась машина. Мафия, усатый, КГБ. А, кстати, убийство. Господин усатый, вот вы тогда заявили в прошлом летом, я помню, о том, что вам Плохотнюк предлагал 1.5 миллиона, да? Да. Ну, а там за что? Началось полтора, а? Хорошо, началось полтора. За что? Вы сейчас вообще, спустя год и 3 месяца, понимаете, за что вам предлагались эти деньги? Конечно, я и тогда понимал. Я должен был стать таким послушным, как Юра Лянка, вежливым и жестким, как президент Молдовы Игорь Дадон. Я должен был быть такой, как Миша Гимпу. В подтанцовке. Кстати, по поводу Игоря Дадона, просто один комментарий. Мне кажется, такие вещи очень важны, и об этом важно говорить, в том числе для наших телезрителей. Я внимательно посмотрела, как написала ли что-то пресса из двух наших холдингов о том, что заявил Виталий Прока. Нет ничего, ни одной новости ни на Публике, Наталья, ни на Прайме, ни на ntv.md, ни на акчент.сайте акчента. Но мне это кажется очень... Это важно говорить. Наталья, Плохотнюк забрал кнопку ТВ-7 и отдал Дадону для ретрансляции НТВ, не для того, чтобы он показывал фильмы для него. Это и правда. Так же, как сегодня, вот я видел, парень пишет в Фейсбуке, есть ТНТ, развлекательный канал, да? Вот развлекательный, на котором просто люди смеются. Там ходят голые тети, дяди и так далее. Дадон включил туда блок новостей. Люди пишут. Ну хорошо. А новости про Дадона это тоже развлекательная программа. Хорошо, знаете, господин Усатый, спасибо большое. Все, я поняла. Значит, вы хотели сказать, что те люди, которые этот адвокат и писатель, все сейчас все сейчас рискуют собственной жизнью. Пусть я поняла. С Бакалымом вам расскажут, почему они спасибо. Молчат, кто ему сделал молдавский. Господин Усатый, простите, мы бы продолжили с вами говорить, если бы у нас еще было время, у нас больше времени нет.